Привет, ребята! Привет, ребята! Привет, привет! С вами Кирилл и Аделина. И Кэнди-челлендж! Кэнди-челлендж? Ну, мы пошли в магазин и купили американские конфеты, которые популярны в Америке. Yeah. Мы выбирали такие, которых, например, нету или очень непопулярны в Беларуси. Ребята, я вообще заболела чуть-чуть. Я вообще горло болит, я вообще чихаю. Но конфеты ты готова, да, пожертвовать собой я для конфет? Мои конфеты. Мои 45 kids and nerds. А твои какие любимые конфеты, Аделина? Nerds вообще и вообще шоколад. Шоколадки любят. Ну, давайте посмотрим. Я, честно говоря, мы покупали эти конфеты уже давно. Я сама не помню, какие там вкусы. Начнем. Я вообще не знаю, что я не знаю, где был. Ты где-то с друзьями был своими. Да. Что, начинаем с вот таких? Покажите, как они называются? Fruit roll. Ну давайте открывайте и посмотрим. Кирилл, помоги Аделине открыть. А со вкусом чего? Дай посмотрим. Киви. Green apple. Должно быть с яблочком, вкусно. Сладкая. О, ядерный. Пахнет ядерно. Apple. Ну, чуть-чуть попробуйте и скажете. Конечно же, мы все конфеты есть прям не будем. Мы просто по чуть-чуть попробуем. Как ромашковый чай пахнет. Ромашковый чай пахнет. О, да, как чай. Ну, давайте, кусайте, лежите, что там предполагает. Вот. Да, кстати, она интересно открывается. Ну-ка, разбирайте. Смотрите, вот как Кирилл. Вот, вот. Это какая-то лепешка завернута. Я не могу, я его... Отлепливай. А как вообще это естся? Непонятно. Как естся? Что? Аделина. Вкусно, да? Ты не хотела пробовать? Да. Странно. Кислое? Или что? Странная какая-то. Кислое, сладкое. Такой еще цвет зеленый. Да, я помню, были другие. Это как лягушка. Ну реально, смотрите, такой цвет какой-то, не знаю. Это лягушку размазать. Выглядит не очень аппетитно. Лягушку можно размазать. И вообще, мне кажется, как так есть, отдирает этой пленки. Но еще очень плохо отдирается от пленки. А, легко, да? Да. Ну, вообще, что такое липкая смесь какая-то. Я вообще маленький ух, у меня плохо. Ну, хорошо, давайте сворачивайте, отлаживайте. И переходим к следующей конфете. Следующая у нас black licorice, да? Я знаю их. Whizzlers. А я не знаю, как они, с лакричные конфеты, что ли, или что это? Вы знаете такие, они вкусные? Я даже не... Да. Красные я пробовал. На. Да, вкусно? Или не очень? Вкусно. Kind of и вкусно. Мы ложим без конфетки. Вот тут я ложу. Я съем. Съел бы, да, но так себе. Так, что это такое? Смотрите. Попкорн. Да? Cracker Jack? Я не могу это кушать. Почему? Потому что у меня горшка будет болеть. Да, ну давай, Кирилл попробует. Оторви одну пачку и попробуй. Да, это какой-то попкорн в карамели, да? Нет. У нас в Беларуси тоже такие были попкорны, только они были в других упаковках. Ну вот, на картинке, да, какой-то в карамельный попкорн. Написано prize inside. И внутри какой-то подарок? Я тебе дам мой подарок. Ой, бедолага, Аделина так хотела записывать видео, что согласилась даже больная. А я говорила, подожди, Аделина. Как это надо открывать? I can help you.
материал. Can I try one? Это что, подарок наклейка, что ли, оказался? Can I try one? Вкусно? А что подарок? Покажи, наклейка какая-то, Кирилл. Сейчас пью. Вкусный попкорн? Вот. Угу. Странная. Ну, наклейка, наверное, какая-то. Нравится вам попкорн? А вы какой больше любите, сладкий или соленый? Сладкий. Соленый. А ты любишь соленый больше? А длинносладкий? Ну, понятно, это вам понравилось. Какой-то не раскрывшийся попкорн попался. Я положу его тут, потому что я его люблю. Хорошо, это потом съедите. Это орешек. А, орешек? Там еще и орешки, что ли, есть? Давайте посмотрим. Ну да, нарисованы и орешки. Значит, это микс попкорна и орешков. Угу. Ну что, давайте следующее пробовать. Что, готовы на следующее? Хорошо, если ты не хочешь, Кирилл, отважишься попробовать? Вот что у вас в больнице от коронавируса пичкают. Чтоб коронавирус сгорел. Какие-то перченые конфеты. Хорошо, Аделина. Дом-два. Папа покупал. Я говорю, да, ты угадала, это папа вам выбрал такие. Ну что, расскажи нам ощущения. Вообще, мама, это спайси. Острое, не острое? Да, такие. А мне не любят. Не острое. Не острое? Корица. Окей, ребята, коричное расскажу... сильно, да? Ну, я ребятам расскажу историю. Ну, расскажи историю. Вообще, история, это... У меня в школе вообще... Еще вообще отдал нам конфеты, я вот так. Я увидела их спайси, я вот так. Ну, не хотел. Я сказала, put thumbs up, если ты хочешь. Если ты чуть-чуть будешь вот так, если ты не хочешь... Я не хотела, я так говорила. Да. Да, не любит ни мятные, ни всякие перченые. Нет, не хочу, я такие тоже не люблю. Я люблю, то здесь какой-то новый мерз. Они вообще такой жидкий. Давай, ложи. Да, это вам двоим. Аман Джой. В общем, я вам скажу, что в Америке нету Баунти, несмотря на то, что это Баунти Марс производит компания. В Америке есть похожие на Баунти конфеты, называются Аман Джой. Они такие... Как Баунти, только слаще. Там внутри кокос и миндальный орешек. Almond Joy — это миндальная радость, да? Миндальное веселье. Это очень вкусно. Хорошо, отложи. Это конфетка. Я люблю вот эти. Ну, вы любите вот эти кокосовые конфеты, да? Ребята. Ты можешь вообще кокосовое молоко пить. Тебе надо просто кокосом сделан, потом положить трубочку и пить как... Ну что, следующее. Nerds — это конфеты, которые дети сказали, что их любимые. Ага. Высыпай, покажем на тарелочку, как они выглядят. Смотрите, какие красивые. Ну, пробуйте. Классный мой любимый. Да. Ну, они такие кисло-сладкие, да. Это черешня, это... Яблоко? Я не хочу еще. Зеленый знак. Я не люблю зеленый кавер, я люблю красный. Ну, попробуй красненькую одну. Они, да, они разные вкусы, разные цвета есть, я розовые, люблю, голубые и разные-разные. Разные. Что я делаю? Амбелсы нету. Вот такие nerds, да. А, да, watermelon and cherry. Арбуз и вишня. Ты увидел? А Кирилл сказал, что это твои любимые, да, ты говорил? Да. Но они очень кислые. Это как желейки, да? Они на них. Ну, давай, мы пока их пробуем другим. Хорошо, Дарина, ты не хочешь, не кушай. Закрыли. Ну, мне тоже. Я один раз попробовала, и мне было очень кисло. Это, конечно, наверное, не для больного желудка. Потому что они очень кислые. Я вообще... Ну, ты любишь такие, Кирилл, я да? Вообще, следующий вид. Берите себе поближе. Что там?
А, Butterfingers. Такие шоколадки. Не любишь ты такие шоколадные? Кирюша, мы на русском видео записываем. Я не прям так думаю, что... Ты не хочешь попробовать, Аделина? Нет. Мне вообще вкусно? They seem to be hard, but they're not. Butterfinger — это что? Это масляный палец? Да. Peanut butter. Там peanut butter, да? Три балла. Ой, дай-ка они как какие-то вафельные выглядят, да? Похоже, как вафельные. Да, вафельные. А, ну так вафельные конфеты вкусно. Короче, тебе нравится, вот, да, Кирилл? Я вообще... Твизлерс? Лимонид... У нас радужные Твизлерс, да? Это... Я не знаю, но это американские, так что я не знаю, как... Твизлерс на русском, на американском. Какой-то... Что такие любишь, Аделинка? Я не знаю. Какие-то я не помню. Необычные лимонид version, how they call it. Как они называют в Америке. Ну, открой, посмотри, какие там вкусы. Там есть, который мы только что попробовали. Там есть... Тамбон. О, пахнет как пластилин. Пластилином пахнет? Да. Так может это пластилин? Выглядят такие цвета ядерные, как у пластилина. О, реально тоже. Как пластилин! Кажется, это пластилин. А. Ну что, по вкусу как пластилин или нет? Нет, потому что я помню, пробовала пластилин, когда я была ребенком. Он другой, он такой соленый. Блин, ты не будешь пробовать? Не очень хорошо себя чувствуешь, да? Ну, не заставляй, не хочет, не хочет. Она вообще-то мягкая. Я не хочу, зубы вообще будут стикнуть. Ну, да, она... Правильно, здоровее зубы будут. Где а как зубы? Я тут... Зубы давай, будут... вытащи мне одну штучку, я покажу, какие они. Я думаю, что Twizzlers — это значит, типа, такие скрученные. Какие-то червяки скрученные. They're twist. Да, как типа, может I'm быть... I'm a little horse. Twist. С ними можно играться вместо пластилина. Сейчас ты можешь съесть все пластилины. Так, а что заметила? Написано low fat snack с низкой жирностью. То есть то, что там миллион сахара, это нормально. Но главное, чтобы была низкая жирность. Следующее. Какие-то майк. Что это? Мега микс сауэр. О, я не люблю Sour Star. 10 вкусов конфет. О, не люблю Sour. Я, кстати, заметила, что в Америке вот такие всякие сперченные и очень кислые конфеты популярны, да? Like Warhead. Да. Если вы не пробовали Warhead, не пробуйте. Не пробуйте. Oh. А что вот твои друзья любят? Какие конфеты американские твои друзья любят? Открывай пока. Ну вот такие, да, всякие, типа, кислые. Я вообще, my first time tasting это. Дин-дин-дин-дин. Yeah, they're like, not like Twizzlers, like, but... I don't know what to call them. Twizzlers. Something heads. Heads and something. Like, понятно. Ну давай, я попробую. Я люблю вот эти, вот эти как курицы. Нету как пить. Тогда вот. Аделина, не знаю, или помнит Кирилла, какие твои в Беларуси были любимые конфеты? Мороженое. Аделина всегда у нас любит мороженое, но Аделина не по конфетам. Аделина любит шоколадки и мороженое. Я там шоколад, я не помню. Помнишь, что у нас там было? Чупа-чупсы, киндеры. Киндеры нравились тебе. А мне киндеры тоже. Кстати, вы, ребята, знаете, что в Америке запрещено продавать киндеры, вот такие, которые внутри яйца игрушка? Потому что дети... Наверное, были какие-то прецеденты, что какой-то ребенок вот, съел. Вот, понимаю, тут столько много, я не знаю. Ну, выбери вкус какой-нибудь, попробуй. И в игрушку попал его. Да, и ребенок на киндере, наверное, что-то случилось с ним, поэтому запретили продавать. Ага. Поэтому... Кисло. А chocolate eggs, такие chocolate. Да, продают eggs, но они пустые внутри. Да. А вот именно такой киндер, как с игрушкой внутри,
с желтым яичком не продают. Либо Kinder Joy продают. Kinder Joy нет. Они отдельно, да? Либо Kinder яйцо Joy шоколадное, но оно пустое внутри. Оно такое, Kinder Joy такое, два сайза из шоколадки. Да, в одной шоколадке. И потом игрушка в третьем. Mm-hmm. Эти, они вообще не опасны. Ну что, мы забыли про конфеты. Кирилл уже поел. Что ты скажешь про эти конфеты? Вообще нет у них какого вкуса, просто. Да. Чуть-чуть саур. А тебя твой желудок будет. Ой, мне... О, фу, я попробовала, ребята. Это очень кисло, как будто ешь лайм. Наверное, я еще со вкусом лайма взяла один. Фу, ой, боже. Purple one is really sour. Don't taste those. Это для извращенцев. Фу, жесть. You ate that one? Нет, это зеленую какую-то лаймовую. Ребята. Ну что, ребята, последняя конфета. Я думаю, нам сегодня хватит, чтобы не получить, не впасть в сахарную кому. Или non-sugar coma. Угу. Попробуем. You die with non-sugar coma. We make another last for part two. На русском скажи. Как да, мы сделаем потом вторую часть. Мы... Да, если вам нравится это видео, поставьте лайк, напишите комментарий, и мы сделаем вторую часть. Будем еще покупать, какие здесь есть конфеты. Еще не пока-пока. Кирилл еще скажет свое мнение по поводу этой конфеты. Это мятная. Мятная, Аделина не будет пробовать. Да? Ну как тебе, ты любишь мятные же конфеты? Неплохо. Неплохо? Итак, Адрина у нас немножко приболела, она не хотела пробовать. Ну, еще она не любит такие конфеты. Mm-hmm. Вот тебе из всех, как я, понравились больше всего, Адрина. Нёрдс ты любишь, да? И Black Licorice. Наверное, и кокосовая, да? Адрина себе одну отложила специально доесть ее любимую, и кокосовую. И вообще горшка. Я вообще кокосовый. Короче, Адрина, поправляйся, и будем снимать еще одну часть, вторую. Ты уже была здоровой. Прошло твое горлышко болеть, ангина твоя. Так, Кирилл, какая была самая вкусная конфета? Попкорн и спайси. Которая спайси? А которая самая невкусная? Самая невкусная была... Those black Twizzlers. Да, ты не любишь такие black licorice. С лакричные конфеты не любишь, да? А ты не сказала, что... А они вообще лакричные или нет? Вот не посмотрели мы, что это значит, эти black licorice. А ты сказал, какие ты не любишь, Адалина? Я говорю, это какой-то spicy, мятный, sour patches. Мне вообще очень-очень... Многие это не любят. Ну что? Всем пока, ребята. Подписывайтесь на канал Кирилл Бро. И подписывайтесь на его канал, на мой кошки-котошки. Да, у меня уже кошки-котошки. Да, у нас у Кирилла... Кирилл Бро, а у Адалины крошки картошки. Значит, следующее видео на твое выложим. У меня будет много видео, мне надо. И когда я буду бедным, мы делаем мои... Мой живот после тех. Это заболел будет... живот после кислых. Будет... Я вообще такие не могу есть конфеты. Это будет... У меня будет одно видео. Ну что, пойдем зубы чистить после такого количества конфет. Да. Да, я пойду, я уже думала, что чистить. Да, ну все, пока-пока, ребята.